Всем привет! Сегодня я вам хочу показать, как связать вот такого вот зайчика. Он подойдет прекрасно как Валентинка на День Святого Валентина, так и просто приятный сюрприз, сувенирчик. Если вам понравилось, присоединяйтесь. Для вязания вам понадобится пряжа. Я взяла основной цвет голубенький. У меня пряжа Ализе фирмы Baby Wool. 175 метров 50 граммов. Также небольшой кусочек для носика вышивания. Можете взять побольше кусочек, может вы потом свяжете сердечко, так сказать, в лапки зайки. Также понадобится крючок под размер вашей пряжи, под толщину. Если возьмете более толстую пряжу, получится довольно-таки внушительных размеров зайка. Крючок, ножнички для обрезания кончиков, иголочка для пришивания деталей и глазки-бусинки. Начинать вязание мы будем с головы и тельца. Делаем кольцо амигуруми основным цветом, закрепляем и в колечко набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваем колечко, придерживаем пальчиком петельку крайнюю. И теперь во втором ряду будем делать в каждый столбик, в каждую петелечку прибавочку. То есть провязывать в каждую петелечку по 2 столбика без накида. 1, 2, далее 3, 4, следующую 5, 6, следующую 7, 8, следующую 9, 10 и последняя прибавочка 11 и 12 сюда же. Провязали прибавочки. Теперь в следующем ряду мы будем чередовать столбик без накида, прибавочка, столбик без накида, прибавочка. Поэтому я буду сразу считать, а вы чередуйте. Столбик без накида, прибавочка. У меня уже 3, следующие 4, следующие прибавочка 5, 6, следующая 7, далее 8, 9, далее 10, следующая 11, 12, следующая 13, 14, 15, отдельно столбик 16 и последняя прибавочка 17. И 18. Чтобы мне далее было удобно вязать, я и вам советую, возьмите небольшой кусочек ниточки другого цвета и поставьте как начало ряда, отметьте. Или можете вот этот краешек начала, где мы стягивали колечко, просто вперед его выкинуть. Но, честно говоря, я люблю отдельную ниточку и другим цветом, чтобы я видела по ходу вязания. Вот. Ставите отметку начала ряда и продолжаете. Теперь мы будем чередовать 2 столбика без накида, прибавка. 1, 2 столбика, следующую прибавочка. 2 столбика без накида. Снова 1, 2. Я буду считать прибавочку просто 3 и 4. Далее 1, 2, 3, 4. Прибавочка наша. Теперь далее вяжем 1, 2, прибавочка 3 и 4 сюда же. 1, 2, далее прибавочка 3 и сюда же 4. 1, 2 и последняя прибавочка сюда же 3 и 4. Провязали прибавочки, в следующем ряду мы будем еще прибавлять, но уже будем чередовать 3 столбика без накида в каждую по столбику, петелечку и прибавочка. 1, 2, 3, прибавочка, 4, сюда же 5. Снова не забывайте в начале ряда отмечать вот этой ниточкой начало ряда. 1,
2, 3, в один столбик прибавочка, 2 столбика без накида, 1, 2, 3, прибавочка, 4, сюда же 5, 1, 2, 3, прибавочка, 4 и 5, 1, 2, 3, прибавочка, 4 и 5 сюда же, 1, 2, 3 и последняя прибавочка, 4, сюда же 5. Теперь будем чередовать 4 столбика без накида, 5 делать прибавочку. 1, 2, 3, 4, а в 5 делаем прибавочку. 2 столбика без накида в одну петелечку. 4, 5. Теперь 1. 5, 6, простите. 1, 2, 3, 4. И делаем прибавочку. 5, 6. И так до конца ряда. Провязали последнюю прибавочку. Нашу ниточку снова в начало ряда перетаскиваем. И мы сейчас завершили провязывать 6 ряд прибавлений. Теперь с 7 по 12 вам нужно провязать без изменения. То есть 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 рядов без изменения по 36 столбиков без накида, которые у вас по кругу. Если мы умножим 36 на 6, это 216 столбиков без накида нужно провязать. То есть провязывайте 1, 2, 3, 4, 5, 6. 215, 216. Довязали наши 216 столбиков. Теперь берем нашу ниточку, наш маркер, так сказать. Отмечаем снова начало ряда. И сейчас у нас будет идти убавление. Мы будем чередовать 4 столбика без накида, убавление. То есть 2 столбика провяжем вместе. 3, 4. Убавление. Делается убавление вообще, как бы, в принципе, двумя способами. Первое, это вы просто вводите крючок, захватываете ниточку с одной петли, со следующей петли, то есть у вас на крючке 3 петли. Затем захватываете ниточку и все вместе их соединяете общей петлей. Но я это соединение не люблю, так как оно сильно видно на игрушках. Я люблю тайное, то есть за две передние стеночки захватываете ниточку и довязываете столбик. Вот такое убавление, оно в принципе несложное и, ну, я думаю, что в принципе доступное. Снова чередуем 1, 2, 3, 4 и снова убавление. Убавление за две передние стеночки захватываем крючок, протягиваем ниточку, у вас две петелечки и довязываем столбик. Снова 1, 2, 3, 3, 4. Снова делаем убавление. Если вы не понимаете, как это нужно делать, то либо давайте я еще раз как бы вам объясню, либо вяжите как, ну, как вам, как говорится, как удобно. Ну, то есть, если вам проще вязать 2 столбика под, скажем так, общей вершиной, то так и вяжите. Если вам удобно вязать, вот смотрите, вы захватываете первое за стеночку, второе за стеночку переднюю, захватываете ниточку, у вас две петелечки и довязываете столбик. Если вам так проще, то вяжите лучше так. Снова 1, 2, 3, 4, снова убавление. И так чередуем до конца ряда. 4 столбика без накида, убавление. 1, 2, 3, 4. Убавление. И последний раз
провязываем 1, 2, 3, 4 и убавление. Провязали первый ряд убавления, провязываем второй ряд. Второй ряд мы будем чередовать уже 3 столбика без накида, убавление. 3 столбика без накида, убавление до конца ряда. 1, 2, 3, убавление. За переднюю стеночку 2 петелечки провязываем столбик без накида. Снова 1, 2, 3, убавление. 2, 3, убавление. Один, два, три, убавление. Довязали ряд до конца. Снова переносим нашу ниточку. И сейчас будем чередовать уже 2 столбика без накида, убавление. 1, 2, убавление. Снова 1 столбик, 2, убавление. Так довязываем до конца ряда. Довязали до конца ряд. А теперь я предлагаю вам наполнить нашу детальку. И тогда дальше продолжим вязать. Наполнили, а теперь придерживаем наполнитель и вяжем следующий ряд. Следующий ряд мы будем чередовать столбик без накида, убавочка. Столбик без накида, убавочка. Итак, провязали столбик без накида, убавка. Снова столбик без накида в следующую петелечку. Следующие 2, убавка. Столбик без накида, убавочка. И так до конца ряда. Сделали последнюю убавочку, снова отмечаем начало ряда. А в этом ряду мы начинаем прибавление. Будем чередовать столбик без накида. Затем прибавочка, то есть 2 столбика без накида в одну петелечку. Снова столбик без накида, прибавочка. И так до конца ряда. Столбик без накида чередуя, затем прибавочка. Столбик без накида, затем прибавочка. Довязали до конца ряда, в конце прибавочка последняя. Теперь чередуем 2 столбика без накида, затем прибавочка. 1, 2 и в одну петелечку 2 столбика без накида. 1, 2. Теперь снова 2 столбика без накида, прибавочка. 1, 2. Следующую петелечку 2 столбика без накида, прибавочка. И теперь тоже до конца ряда вяжем, чередуя 2 столбика, прибавочка. 2 столбика, прибавочка. Довязали ряд до конца, и теперь следующий ряд провязываем уже 3 столбика без накида, прибавочка. То есть 19 ряд провязываем 3 столбика без накида, 1, 2, 3, прибавочка в следующую петелечку, 2 столбика без накида. Снова 1, 2, 3, прибавочка. И тоже делаем прибавочки до конца ряда. В итоге у нас получится всего по кругу 30 столбиков без накида. Довязали ряд до конца, а теперь 20 ряд, 21, 22, то есть 3 ряда, вяжем по 30 столбиков без накида. Это 90 столбиков без накида вяжем по кругу. 1, 2, 3, 4, 89 и 90. Берем наш маркер и переставляем на начало ряда. Теперь мы снова будем делать убавление. Будем чередовать 3 столбика без накида, затем убавочка. 3 столбика без накида, убавочка. Итак, 1, 2, 3 столбик, убавочка. Снова 1,
2, 3, убавочка. И так до конца ряда убавляем, чередуя 3 столбика без накида, убавочка. Довязали ряд до конца. И снова маркер начала ряда. 24 ряд будем чередовать 2 столбика без накида, убавочка. Итак, первый, второй столбик, убавочка. Снова первый, второй столбик, убавочка. Первый, второй, убавочка. И так до конца ряда. Довязав до конца, снова маркер начала ряда. 25 ряд будем чередовать так. Столбик без накида, убавочка. Столбик без накида, убавочка. Провязываем столбик без накида, затем убавочка. Снова столбик без накида, убавочка. Провязав до конца этот ряд, я вам предлагаю наполнить наше туловище снова наполнителем и продолжаем. Наполнив туловище, теперь делаем 6 убавлений. Сначала одно, затем сразу же второе, третье, четвертое, пятое. Можете маркер уже достать, он вам не нужен, ниточку вот эту. И делаем сплошные убавления. 6. Это у нас было 5. И последнее делаем 6. Теперь я вам советую вдеть ниточку в иголочку. Можете делать соединительный столбик вот так, если вам будет удобно. И вытяните вот так вот ниточку, обрежьте небольшую. И стяните вот эти все петельки вовнутрь. То есть, как бы закончить нам нужно вот это туловище. Если у вас здесь немножечко пустота, можете наполнить еще наполнителем, чтобы у вас не сильно такое продавливалось. Вот, я завершила наше туловище, стянула петельки открытые, и тело наше с головой готово. До встречи во второй части, где мы продолжим с вами.